Аль-Кабун. Квартал, очищенный от боевиков. Логово ваххабитов. Это так называемый шариатский суд, в котором приводились в исполнение приговоры бандитов. Вот это так называемое секс-рум. Пленную женщину заводили сюда, и ее пользовали все боевики. Повсюду на стенах надписи из тюремного жаргона с именами и кличками боевиков, названиями подразделений фронта Аль-Нусра. Только что бойцами обнаружен заваленный пролом в стене. Были обнаружены тела 12 казненных террористами человек. Под некоторыми из них были заложены самодельные взрывные устройства. Удивительно, но среди них были самодельные взрывные устройства с химическими веществами. И одно, как говорят, минеры вакуумного типа, медные изнутри, сейчас это все изучаю. Буквально за месяц, всего за 4 недели, посмотрите, какие прорыты ходы, как все эти здания соединены коммуникациями. Дальше, пока солдаты не продвигались, поэтому, к сожалению, мы снимать, наверное, не сможем. Смотри, чем копали. Рух. О, кирка. Марат. Рух, говорят, пошли.
Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.